Минимальный размер оплаты труда повысят. Регионам выделят дополнительные средства на реализацию нацпроектов в приоритете повышения реальных доходов россиян. Это стало известно по итогам сегодняшнего послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, то есть до 19 242 рублей. Перед правительством и субъектами федерации поставлена задача обеспечить заметный, ощутимый рост реальных зарплат в стране. Коснулся глава государства и реформ в образовательной сфере, заявив о намерении вернуть вузы специалитет. Однако переход будет осуществляться плавно с учетом всех возможных нюансов. В приоритете строительство дорог, жилья, школ и других социальных объектов. И Кировская область в этом участвует, отметил губернатор Александр Соколов. Все это отражено в 5-летней программе строительства. Сразу после послания я отправил поручение практически всем членам правительства по различным направлениям. И по созданию фонда поддержки участников специальной военной операции, и по переформатированию высшего образования, фактически отказа от баллонской системы, и по создание различных форм патриотического воспитания молодежи, и по строительству дорог, по продолжению газификации. Все фактически члены правительства уже получили свои задания.